его сердца, не за награды мы ищем свет в конце пути. Не страх потери, не боль утраты нас не заставят с пути сойти. Это наша судьба, это наша работа, в поисках правды идти до конца. Это наша судьба, день и ночь, год от года, охранять ваши жизни и ваши сердца. Здорово, Серег. Привет. Не знаешь, как наш сыграли? Привет, Лапин, подожди, у меня для тебя вопрос. Наш, конечно. 3-2. На последней минуте забили. Черт побери, а. За сериал такой матч пропустил, а. Ты что, Лапин, сериалы смотришь? Ты с ума сошел? Жена? Держи, свежий. Между прочим, специально в Союз Печать заезжала. Ну, скажи, что бы я без тебя делал? Не знаю. Лёшка, привет. А что? Ты чего, дома? Думала, меня нет. Где ты была? Кто тебя подвез? Ой, Лёш, я тебя умоляю, не начинай все сначала. Ты прекрасно знаешь, что я была у Маши. Я звонил Маше. Целый день у нее был недоступен телефон. Из этого ты сделал вывод, что меня там тоже не было, да? А мне позвонить не мог? Что за тип тебя подвез? А я не знаю, что это за тип. Это просто бомбило. Лёш, ну, Лёшка, ну, пожалуйста, ну, ну, не начинай на пустом месте, а. Я соскучилась. Как дела? Да вроде хорошо. Слушай, а у нас завтра вечеринка будет в клубе с партнерами. Ты должна быть там. Хорошо? Угу. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Ты спрашиваешь, что я делаю во дворе нашего дома? Ну, я просто думал, что ты на работе. А, ну, конечно, это было бы удобнее для тебя. А теперь тебе придется объяснять, что ты здесь делаешь, если твой самолет прилетает через час. Слушай, давай не будем устраивать бесплатный цирк в дворе. Пойдем домой. Знаешь, Лев, мне кажется, мы просто сэкономим время, если ты поймешь, что я все знаю. Про тебя и Валентину. Что, собственно говоря, ты можешь знать? Ну, да, я не люблю тебя. Ты стала замороженной селедкой, от тебя слова не услышишь в простоте. Ты, у тебя все с подтекстом. А Валентина, она нормальная, живая женщина, в отличие от тебя. Ну, во-первых,
Никогда не слышала, что селедка бывает замороженной. А во-вторых, ты не хочешь рассказать о прелестях Валентины своему другу, Лёше Фромову? Вот он удивится, когда узнает, как ты высоко ценишь его жену. Заткнись. Я устала от твоих измен. Ведь Валюша не первая, правда? И я так думаю, не последнее увлечение в твоей жизни. В общем, так. Я хочу развестись. И я хочу половину твоей доли в бизнесе. Значит так. Или все остается как есть? И ты получаешь от меня приличный пенсион? И мы не лезем в дела друг друга, соблюдая внешние приличия? Ну, либо мы разводимся, и тогда ты не получишь ни копейки. И, кстати, с квартиры тебе тоже придется съехать. Алло? А, Лёшка, привет. Да отлично. Завтра вечером? Ну хорошо. А с женами так с женами. Наталья, завтра вечером ты должна пойти со мной в клуб. Это официальное мероприятие. Надеюсь, мы обо всем договорились. Конечно, милый. Сейчас будем тебя кормить. Знаешь, у меня нет сил даже улыбаться. Ты знаешь, Саша, мне кажется, чтобы у тебя были силы улыбаться, тебе пора сменить профессию, а заодно и место жительства. Жень, я тоже люблю свою работу. И эту. Родину. Угу. Может быть, я смогу приезжать к тебе в Хьюстон? Да? По-моему, именно американцы придумали гостевой брак. Но даже они бы сказали, что это too much. А что такое гостевой брак? Гостевой брак? Гостевой брак – это когда супруги живут в разных домах и иногда ходят друг к другу в гости. А too much? Too much? Ну, too much – это в том смысле, что ходить друг к другу в гости через океан – это слишком. Чересчур. Привет, Лёшка. О. Здорово, Лев. Здорово. Все нормально? Ты чего такой смурной? Как я понимаю, нам есть что отметить? Да, все отлично. Немцы сами решили устроить эту вечеринку, они очень довольны. А ты что, нет? Слушай, я чувствую, что-то случилось. Говори. Что произошло, Лёш? Лев. Скажи, а если бы Наташа тебе изменила, что бы ты сделал? Ну что за бред такой? Наташка мне? Ну и... Ну я не знаю, но разошелся бы. А я бы ее убил. Кого? Наталью? Да нет, при чем здесь Наташа? Ольку. А
А что, Валентина, она что? Изменяет тебе, что ли? И ты знаешь с кем? Да ничего я не знаю. Просто что-то не так. Ладно тебе. Лёшка, да это бред. Да-да. Я зайду. Я зайду позже, давай. Чтоб ты был в хорошем настроении. К вечеру готовься. Буду. Готов. Буду. О! Ну, привет, привет. Привет. Добрый вечер. Привет. Я сейчас приду. Угу. Веселитесь. Всего минутка. Давай так уйдем. Или сначала ты, или сначала я. Посмотрим по обстоятельствам. Слушай, Алешка о чем-то подозревает, ты с ним... Ерунда, обычная паранойя, ты же его знаешь. Пока эти немцы веселятся, он никуда не уйдет. А его одна халява веселится до утра. Да, я поскакал, договорились. Подожди, а Наталье что скажешь? С Натальей обо всем договорился. Она хоть и сука, но баба умная. Это кто танцует? Как кто? Это же хозяин клуба. У него еще и школа аргентинского танго есть. Здорово, да, танцует? Да. Если хочешь получить девушку, пригласи ее на танго. Считай, это моя личная просьба. Потом, тебе ведь это не сложно, правда? Я бы с большим удовольствием потанцевал бы с тобой. Но коли ты просишь, no problem. Давай. Я могу пригласить вашу жену на танец?
Ну что, Лёва, уводят девушку на глазах. Что тебе нужно? Ничего. Соблюдай приличие, как мы и договорились. Выпей со мной шампанского. Остынь. Давай. Очень приятно было. Вас заждались. Как здорово! Леш, ну ты что? Ты чего, из меня решила клоуна что ли сделать? Что ты глупости говоришь? А ну пойдем поговорим. Леша, прекрати сейчас же. Прекрати! Сейчас же! Ты что устроил на людях? У тебя что, совсем мозгов нет? Пусти, мне больно! Пусти! Так ты его знаешь. Смотри, как раздухарился. Тебе понравилось, как он тебя лапал, да? Да ты прекрасно знаешь, что ничего не было. Что ничего? Вот это вот ничего, да? Вот это ничего! Ах ты шлюха! Слушаю. Ага. Лёш, звонили из милиции. В офисе сработала сигнализация. Я поеду, узнаю, в чем дело. Езжай. Ага. Опаздываешь? Ну, Саш, пробки озвереть мы какие. Ладно, слушай, поговори с дамой. Вот она стоит. Это соседка, она обнаружила труп. И вообще, поспрашивает, как, что происходит. Здравствуйте. Здравствуйте.
Дело в том, что это я милицию вызывала. Угу. Ой, заглянула там такое. Вы не волнуйтесь. Как вас зовут, кстати? Валентина Григорьевна. Мы спокойны тезки. Тезки – это хорошо. Вы успокойтесь и подробненько мне расскажите, как вы вошли, что вы видели, да? Да. Вот и ладненько. Ну что, Яков Аркадьевич? Угу. Значит, женщину застрелили из травматического пистолета. Стреляли в упор. А второй? А вот с ним все как-то непонятно. Есть рана на голове, возможно, били вот этой статуэткой, но отпечатков на статуэтке нет. Ты знаешь, вообще не похоже, чтобы он умер из-за этого. По-моему, извини, он умер вообще в результате отравления, но точнее только после вскрытия. У вас есть зацепки? Вот Комаров снял отпечатки, это мобильные, это документы на машину, которая около ворот, наверное, я так думаю. Михайлов Лев Семенович. Угу. Значит так, Саш, в убитой соседка опознала сестру хозяйки дома Валентину Хромову. Этого клиента она не знает. Я знаю, Михайлов Лев Семенович, пробей. Да, еще соседка утверждает, что была якобы какая-то третья машина. Возможно, это муж хозяйки. Алексей Фромов. Ну что, не исключено, что у нас вырисовывается фигурант? Но я бы не делала скоропалительных выводов. Девочки, Лапин говорит, пробейте мне, пожалуйста, Михайлова Льва Семеновича. 62-го года рождения. Да, жду. Ты знаешь, Саш, мне кажется, что был третий. Муж ревнивый. Выследил, ворвался в дом. И одной пулей он убил обоих и бродил по берегу. Тоске. Именно так оно все и было. Да, слушаю. Михайлов Лев Семенович, зам генерального директора фирмы «Альтаир». Спасибо. Я на фирму? А я выясняю адрес к Фрому. А я, как всегда, забираю трупы. Мобильник не забудь. Добрый день. Здравствуйте. А могу я видеть вашего директора? А его пока нет. А Алексей Васильевич? Да, Алексей Васильевич Фромов. Простите, я забыла представиться. Майор Старкова. Ой, здравствуйте. Да ничего, вы сидите, сидите. А ваш зам директора? Лев Семенович? Лев Семенович. Он тоже отсутствует. А что-нибудь случилось? Да нет, собственно говоря, ничего. А скажите, пожалуйста, давно ли они отсутствуют? Вы знаете, я не видела их со вчерашнего вечера. Так. Вообще такое в первый раз случается, чтобы их сразу обоих не было на работе. Сегодня день сложный. Три встречи пришлось отменить. А какие у них отношения? Отношения? Ну, очень хорошие. Но они друзья с института. Но бывает такое, что по работе поругаются, но тут же едут отмечать вместе. Вот как вчера, допустим. А они вчера вместе уехали с работы? Нет, они уехали порознь. За женами заезжали, а отмечали вместе, да. А, будьте добры, дайте мне, пожалуйста, телефон жены Михайлова, замдиректора. Да, да, конечно. Секундочку. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Да, я поняла вас. Я скоро подъеду. Это как раз касается вашего мужа. Я буду минут через 15-20. Ага. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне звонили? Да, майор Старкова. Ну, я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, Наталья, где вы были прошлой ночью? А что, собственно говоря, случилось? Дело в том, что ваш муж найден мертвым. Его что, убили? А вас это не удивляет? Нет.
что-то подобное должно было произойти. Почему? Видите ли, если постоянно наставлять рога жене и друзьям, велика вероятность, что в какой-то момент это может плохо кончиться. Вы были в курсе его измен? Догадывалась. А недавно я случайно узнала, что у Левушки роман с женой нашего близкого друга. Ну, я высказала ему все, что я думаю по этому поводу. Слава богу, что Алексей не знал. Для него это был бы, конечно, удар. Алексей Фромов? Да, Фромов. Вы мне так и не сказали, что вы делали прошлой ночью. До 4 часов утра я была в клубе «Черный принц». У нас там была вечеринка, которую организовал как раз Алексей Фромов. Ну, такой небольшой корпоративчик с немецкими партнерами. А потом домой. Вы понимаете, что я должна буду проверить эту информацию? Ну, проверяйте. Ну, тогда дайте мне, пожалуйста, телефон и фамилии, имена людей, которые могут подтвердить, что вы были в клубе. Вы знаете, я думаю, что вам лучше спросить у Фромова. Ведь это он их приглашал. Кроме Фромова, у кого могут быть списки приглашенных? Не знаю. Возможно, секретарша. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Договорились, киска моя. Да, вечером жду. Да, я твой котик. Я перезвоню. Вызывали? Приглашал, Александр Николаевич. Приглашал. Заходите, присаживайтесь. Вы знаете, я тут подсчитываю дело вчерашнего двойного убийства. У вас есть какие-нибудь версии? Дело очень запутанное. Нужно время, чтобы в нем разобраться. Да вы что, мне все кажется предельно ясно. По результатам экспертизы, отпечатки пальцев на травматическом пистолете, из которого была застрелена Валентина Фромова, принадлежат Льву Михайлову. Таким образом, вывод напрашивается сам с собой. Любовники поссорились, и Михайлов застрелил Фромову. Все очень просто. Но Михайлов отравлен. И в комнате явно следы борьбы. И потом соседи видели вроде как машину Алексея Фромова. Кто отравил Михайлова, или он сам отравился? Что-то здесь не так. Александра Николаевна, как вы любите все усложнять? Может, просто Фромова боялась, что любовник проговорится мужу, и решила отравить его, а тот узнал об этом и застрелил ее. Все очень просто, дело можно считать завершенным, да? Как завершенным? А вот так. А сейчас мне некогда. До свидания, Александра Николаевна. Хьюстон, штат Техас. Что? Ничего. Здрасте, Юрий Семенович. О, Саша, привет. Садись. Чё-то ты какая-то сегодня не такая, хмурая. Что ему от меня надо, а? Кому? Сорокин хочет закрыть дело. Господи, ну и перекрестись 3 раза. Что тебе этот Сорокин? Кто он против тебя? Так, пшено. Не верю я, понимаете, когда запутанные преступления очень просто раскрываются, но... Ну, внучка своего деда. Чем я могу тебе помочь? Чем отравили Михайлова? Понимаешь, дело в том, что структуру отравляющего вещества, которое нашли в оливках и в крови покойного, я так до конца определить и не смог. А с чем это связано? Нестабильное соединение очень быстро распадается. Я приготовил тебе заключение. Все как положено. Ну, хотя бы в какой области встречаются подобные соединения? Не уверен, но... Может быть, фармакология. Спасибо. Ну что, все так серьезно? Знаешь, если отталкиваться от этого заключения, то, в общем, не так давно у нас в стране появился один препарат, его в эндокринологии используют. Прости, пожалуйста.
Макс, у Фромовой в сумочке какое лекарство обнаружено? В небольших количествах он абсолютно безвреден, но при малейшей передозировке в сочетании с алкоголем это опасный яд. А в аптеках можно его купить? Да, конечно, можно. Только исключительно по рецепту. Кстати, он есть в аптеке на Никольской, я точно знаю. А в аптеке остается рецепт? Ну да, это препарат серьезный, поэтому остается. Для отчетности. Женька, что бы я без тебя делала? Все так же ловила бы бандитов, что... Ну вот, сейчас опять убежишь. Ну, подожди. Ром, сегодня меня не будет, не ждите. А завтра знаешь что? Дуй в аптеку на Никольскую. Все, пока. Свобода. Пошли. Здорово. Да. Ну что? Как видишь, покой нам только и снится. Да не говори. Кто обнаружил труп? Лейтенант. Что-то забилось. Лейтенант Медведев. Здрасте. Нам позвонил пенсионер. Он тут вечером на лодке рыбачил. Обратил внимание на машину в воде. Тут не очень глубоко и вода прозрачная. Мы приехали на место, а потом вызвали водолазов. Одним словом, подняли со дна машину. Там оказался труп мужчины. Чей? Фромова Алексея Васильевича. Держи. При нем были документы. Несчастный случай? Не похоже. У машины вдрызг разбит задний бампер. А тут недалеко, на берегу, метров 50, следы какой-то другой машины. У Михеева разбит передний бампер. Вот. Ну что, привет Сорокину? Привет Сорокину. Дело он хотел закрыть. Спасибо, лейтенант. Ну вот. Как я и говорил, у нас вся документация в полном порядке. Это рецепт, на основании которых мы продавали препарат. Но я вам могу дать только ксерокопию. Ксерокопия мне тоже нужна. Как вы сами можете убедиться, препарат купили только трое больных. Спасибо. Вы меня очень обрадовали. Скажите, а доктора специально так пишут, чтобы ничего понять нельзя было? Вы очень медленно работаете. И ваша версия, что Фромова убил Михайлов, рассыпалась. Это была ваша версия. К тому же, по результатам экспертизы, смерть Фромова наступила около 10 часов вечера. Жена Фромова была убита приблизительно в то же самое около время. Олег Михайлов? Да, что-то не сходится. Короче, нужно разобраться, кому еще выгодна смерть Михайлова. Жене Михайлова. Но у нее алиби на ночь убийства. Да, но ведь кто-то послал СМС Фрому о том, что его жена с любовником в доме сестры. СМС было послано с сайта. Отследить отправителя невозможно. Остается одна зацепка. Редкий яд, которым был отравлен Михайлов. Найдем яд, найдем убийцу. Мы уже работаем в этом направлении. Работаете? Работаем. Так идите, работайте! Мне можешь объяснить, где Стрижевский? Сказал, что у него срочные дела и куда-то свалил. Знаю его срочные дела. На этот раз ты ошибаешься. Ты знаешь, да? Он сегодня утром опросил всех врачей, которые выписали рецепты. Не может быть. Да. Умнеет на глазах? Вот так вот. И знаешь, что выяснилось? Одна из пациенток работает в фирме «Альтаир». Угадай, кто? Ну, кто? Это наша милая секретарша Светлана Воропаева. Вот рецепт, который выписан на ее имя. Нормально. Слушай, если меня кто-нибудь будет искать, я в Альтаире. Давай, удачи. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я к вам. Пожалуйста. Светлана, вот по вот этому рецепту вы приобретали в аптеке препарат. А вы откуда знаете? Ну, работа у меня такая.
Оказалось, что в крови Михайлова Льва Семеновича оказался именно этот препарат. Да вы что? Не может быть. Но вот так произошло. Давайте мы с вами попытаемся разобраться, как это могло случиться. Расскажите мне для начала, зачем вам эти таблетки? Ну, мне врач посоветовал. Дело в том, что мы с мужем 7 лет не можем завести детей. Врач сказал, что это самый лучший препарат. Ну, я пошла в аптеку, купила. Кстати, очень дорогое лекарство. Ну и как результат? Ну, да пока еще не знаю. Его полгода надо принимать, я пью только месяц. А кто-нибудь знал о вашей проблеме? Я не скрывала. Мы с Валентиной говорили на эту тему. Валентина? Это жена Фромова. Фромова. Угу. У них тоже детей нету. А с ней Наталья была. А Наталья? Жена Михайлова. Жена Михайлова. Вот она мне тогда сказала, что нечего деньги тратить на лекарство дорогое. Лучше проконсультироваться у хорошего специалиста. А вы им показывали эти таблетки? Да, я как раз тогда их только-только купила, да, показывала. Не пропадало у вас никогда это лекарство? Нет, что вы, оно всегда со мной. Как давно вы принимаете? Около месяца. Недавно вот второй флакон открыла, 5 дней назад. А куда вы дели использованный? Да выбросила в корзину. Кто-нибудь это видел? Ну, кто-нибудь приходил в офис? Наталья была с Валентиной. Они вместе приходили, да, вместе. Угу. А вы не отлучались никуда? Да, я выходила. А они оставались в кабинете? Вы знаете, я не знаю. Я когда вернулась, Валентина была в кабинете у Фромова, а Наташа вообще куда-то ушла. Не знаю. Как вы принимаете это лекарство? По одной таблетке 1 раз в день. То есть вы пьете уже сколько? Ну, второй бутылек 5 дней. 5 дней. Вы не могли бы посчитать, сколько сейчас таблеток? Конечно. Пожалуйста, во флаконе 25 таблеток. 5 дней пью. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6. Спасибо, Светлана. Всего доброго. До свидания. А где еще 10? Здрасте, Яков Аркадьевич. Это я. У меня к вам одна просьба большая. Да, Сашенька, я понял. Я не могу ничего обещать, но я сделаю все, что в моих силах. Да, спасибо большое. Вы меня очень выручите. И, конечно, конечно, отправите все на экспертизу Комарову. Спасибо. Пока. Слушайте, детки, здравствуйте. А вы вчера тут были? Тетя, иди куда шла, а? Деточка, что ты сказала? Ты что, глухая, что ли? Ну, хорошо. Майор Старкова, валим, валим. Куда? А ты что, не убежал? Да ведь не я поджег. Чего поджег-то? Ну, там пацаны, короче, гараж с твоего козла запалили. Ну, там уголочек так зажарился. А, ну ладно. Расскажи мне, вы тут вчера сидели? Ну, да. И чего здесь было? Ну, сначала тетя Валя приехала на такси. Потом какой-то чувак на Тойоте прикатил. Ага. А, потом дядя Леша, короче, на машине... Дядя Леша — это Фромов? Да, конечно. На машине прикатил, в дом бежал. Потом как выскочит, да и... рванул на машине. Ну и чувак на Тойоте за ним, в общем. А быстро этот на Тойоте за ним выбежал? Да минут через 5, а может быстрее. Понятно. А вы здесь долго сидели? Ну, часов до 2. Ух ты. А, кстати, когда мы уже уходить собирались, ну? Но мужик тут на Тойоте снова прикатил, в общем, только уже бухой. Ну, а что ты решил, что он бухой-то? Он шатался. Понятно. Ну и что? Ну, он в дом пошел, а мы к себе по домам. Ясно. Спасибо. Догоняй.
Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Конечно. Спасибо, что уделили время. Ну что вы? Вы меня так заинтриговали. Садитесь. Спасибо. Вы знаете, я даже не рассчитываю на то, что вы сознаетесь во всех убийствах, но я думаю, что вы хотя бы мне расскажете, правильно я все поняла или нет. Вы действительно устали от измен своего мужа и хотели с ним развестись. Но в связи с тем, что вы материально от него зависели, вы этого сделать не могли, тогда вы решили просто его отравить. Слава богу, средство отравления очень подвернулось вовремя. Это лекарство, которое пила секретарша Светлана. У вашего мужа действительно был роман с Фромовой. А Фромов патологически ревнив. Вы спровоцировали скандал в клубе. Я разговаривала с Владимиром Досаевым. Он мне рассказал о том, что именно вы попросили его танцевать с Фромовой. Ну что вы? Я просто хотела насолить своему мужу. А когда вы писали СМС Фромову, вы, наверное, хотели насолить Валентине Фромовой. А вы можете доказать, что СМС отправила я? Нет. Я не могу этого доказать. Я даже не могу доказать, что именно вы отравили собственного мужа. По заключению экспертов, смерть должна была наступить через 5-7 часов после отравления. Так что ваш муж был отравлен еще в клубе. А в связи с тем, что именно вы по специальности нейролингвистический программист, и именно только вы должны были знать о том, что 10 таблеток в сочетании с алкоголем достаточно для смерти. Таблетки? Какие таблетки? Первый раз слышу. Флакон от этих таблеток вы подбросили в сумку Фромовой. После скандала в клубе Фромова приехала в дом своей сестры, куда приехал ваш муж Михайлов. Получив СМС, туда приехал ее муж Фромов. Между мужчинами произошла драка, в результате которой Фромов, скорее всего, оглушил вашего мужа и в состоянии аффекта убил свою собственную жену. Михайлов пришел в себя гораздо быстрее, чем Фромов рассчитывал, догнал его и своим автомобилем столкнул машину Фромова в реку. Потом вернулся в дом Фромовой и умер, так? Не знаю. Меня же там не было. А все, что вы мне рассказали, похоже на плохой мексиканский сериал. Вы знаете, даже у плохого мексиканского сериала должен быть режиссер. А у этого сериала режиссер вы. Но, к сожалению, я этого доказать не могу. Таким образом, доказано, что Фромов убил свою жену в состоянии аффекта и покушался на Михайлова. Михайлов, очнувшись, убил Фромова и умер от отравления. А устроила все это Наталья Михайлова. Только вот доказать, что она смогла отравить собственного мужа, мы не можем. Александр Николаев, ну не расстраивайтесь вы так. Вы провели серьезную работу. А добро побеждает зло лишь только в кино, а в жизни бывает иначе. Я вот одного понять не могу. Как Наталья Михайлова узнала, где ее муж встречается с Фромовой? А это высокие технологии. В мобильном телефоне есть такая услуга. Определение координат абонента. Плати деньги и получаешь. Нет, Александр Николаевич, если уж человек задумал преступление, его ничто не остановит. Не только не остановит, но и не всегда накажет. Это ужасно, когда знаешь, кто виноват, и сделать с этим ничего не можешь. Может быть, я не своим делом занимаюсь? Ну что вы, что вы. Да. Вы прекрасный оперативник. Тем более, что рано или поздно наказание настигнет всех, вы уж поверьте. Да, хочется верить.